Доброго времени суток, народ. С вами Клышный Джесс. Продолжаем проходить замечательный Devil May Cry 5. И я только что просрал руку. О, попал. Не знаю, такое ощущение, как будто мы к концу уже движемся, но я бы очень этого не хотел, на самом деле. Нравится он мне, сильно нравится. Хватит там, бля. Сюда. Ух! Ах ты, сука. Лепучие колесики. На. Сюда. Не знаю, не получается у меня на нерву так хорошо, как хотелось бы. На данке довольно просто в том плане, что ты, ну, компишь оружие, а не, ну, собственные приемы. То есть тебе там, ну, больше надо между оружием курсировать. Так, хорошо. Нас покинул Ви. Ну, видимо, он просто прошел тот участок. К сожалению, не могу купить сферу демоническую. Придется покупать сферу здоровья. Хорошо, кончились. Устроит. Так, у меня рактайм, два рактайма и... Так, прелюдия и что-то еще. Ковбой. Потому что это круто. Блин, я там где-то между ударами её заряжаю, охренеть. Сюда, блин, тебя никто не отпускал, кусок говна. Нанер на самом деле тоже забавный, я просто плох на нем. Хотя Данте вон что-то там тоже насасывает конкретно, я смотрю. И вот кто Кэска появляется, она обычно... Ну, а, о, разошелся, хорошо. Сюда! Сюда! Блять, вот урод. Не-не-не-не, это без меня, давайте. Ага, мне вниз, я понял. Так.
Я вот ж тут. Тут богаче. Кажется. Ой, иди сюда, блин. Нет, сюда иди. Так, там кто-то еще за стеной? Кажется. Или нет? Я потерялся. А вот. Че, вниз? Или наверх? Хз. Я такой-то по стандарту уже жду, когда у меня пантера появится, и я начну очень быстро ехать. Так, что тут будет? Что тут будет сейчас? Определенно. Сюда. Вот. Вот. Ах ты, сука, сбил. Сюда, блин. А, ладно, я к тебе. Договорились. Блин, хорошо. Я хорошо зарядился, но плохо. Ладно, походу надо двигаться как-то более эффективно. Потому что красиво не получается. Вау, куда улетел? Вау. Убил одну, да? Так, нахер. Да, иди в жопу. Ой, ну ладно, если вы видели, как у меня мигает люто прицел, вы, в принципе, понимаете, что происходит с геймпадом в этот момент. Нет, как я там это... Вот так бы надел, то ладно. У-ху-ху, вниз! Ой, блин, как-то я это неправильно сделал, по-моему.
awfully generous. Но я, в общем-то, не хочу ничего себе прокачивать на нем. Ну ладно. Я понял, как я туда могу добраться, но я туда не могу уже добраться. Че здесь? О! Оторва! Кажется, если я подольше поиграю на Неро, я буду очень жестким на нем. Не хуже, во всяком случае, чем на Данте и этом. Ага, я понял. Идите-ка в задницу. Угу. Прям вот собрались и всем скопом пошли. Бля, ну что еще? Вы хотите сказать, что это не... Что там? Ага. Я вас понял, я бегу обратно. Там походу секрет, но такой, который надо повоевать. Блять. Короче, вот эту тварь первой надо убивать. Бля. Что, блядь? О, вот, да. Хорошо. Целиковая, нет? Или рано еще? Нет, целиковая, смотрите-ка. Отлично. Угу. Хорошо. Хорошо, что я это понял. Выключи. Угу. Так, ну и поехали, посмотрим, что у нас здесь. А, тут этот урод. Уху! Yeah.
нет, выключи, блядь. Убей, блин. Не знаю, Торва неплохая рука, но... У нее есть свои минусы. Она очень сильно ограничивает количество приемов, которые ты можешь использовать. Это неприятно. Больше всего мне нравится, конечно, убойная штука. Что-то я ее не вижу в последнее время. Там есть ачивка собрать 500 или более рук на уровнях. Прикиньте. Ага, и вот мы пришли как раз таки к этой неприятной тёлке. Gotta pay attention, sweetheart. Spars, keen. But you're nothing more than an empty shell with no power. Он тоже сын Спарды. Интересно. We're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. Че за курица, блин? Цыпленок, точнее. А, ушла куда-то. Ну так забавно вываливается. Воу, нифига, прикольно. Интересная атака. Ах ты, блин, меня ранили. О, что-то новенькое. Или рэктайм. А, это рэктайм, да. Воу, как-то мы странно очень разменялись сейчас. Знаете, у меня такое неприятное чувство, что это золотая сфера. Ладно, я уронил долбанную цыпленка. Он там что-то еще подкинул мне.
Так. Цыпленок злится, цыпленок злится. Шутки шутками, а цыпленок злится очень сильно. Давайте золотую сферу. Ну, я не вижу смысла тратить красные. Слишком дорогое удовольствие. О, я его опять уронил. Нет? Блять. Ладно. Что ты там делаешь? Я так и не понял, что это было. Надо ли было ее в этот момент бить? Я не то чтобы много урона ей нанес. Умри! Блин, золотая сфера опять-таки. На Неро я не могу без этого дать. Меня это раздражает. Ха-ха-ха-ха! Бам! Вообще без разговоров просто. До свидания. You can come out now. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do you beg you? This is my last request. Okay. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Какая-то у него очень интересная улыбка, надо отметить. Какая-то очень неправильная. Ну да, 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 все плохо. Би. Ну, стандарт. На Неро я так себе справляюсь. Ну и ладно, ничего страшного. Ну и наконец Данте. No hard feelings, guys, but this is my gig. Тем временем, this one's gonna be a little too much for you. Миссия 16. Мы опять можем что-то персонализировать. А, ну да, теперь дьявольский меч Данте же. Угу. И что это будет? Ну. А. Интересно, но не буду. Вот что нужно. Так, у меня есть еще доктор Фауст.
Ага. Я понял. Ладно. Фауст мы качать, наверное, не будем, да и вообще оставим пока что. Хотя, блин, а какого черта? Давайте что-нибудь для меча возьмем. Ну или для себя, возможно. Нет, для меча. Драйв возьмем. Или строй мечей. И то, и другое возьмем. Да, да, там что-то еще есть в персонализации, ну и хер с ним. Так, ну тут наверху ничего нету, так что давайте-ка прыгать вниз. Alright, this is the real deal. Full speed ahead. Не особо, да. Будем все-таки посмотреть по сторонам. Нам это нужно. Не знаю, почему я не перекачиваю. Учитывая, что меня просто кормят буквально демонической этой энергией. Тихо-тихо, спокойно. Включаться не будем пока. Оно у нас есть, и пусть оно у нас будет. Сейчас еще одну шкалу накопим. Да, возьмем Трикстера, конечно же. Потому что мне с ним комфортно и хорошо. Ну и полетели. Ала. Блин, а, ну да, у меня. А, блядь. Полетели. Шляпе. А, сука. Блять, я очень плохо сейчас сделал. Да, блять, можно мне переключиться? Блять, да давай. Очень плохо. Значит, сначала все было хорошо. Были six skills, все такое, а потом все было очень плохо. Ну, блин, я на этих ребят буду включать, наверное. Опасные абилы, потому что это капец какой-то.
Они слишком сильны. Меня вымораживают. Чувак с ником Darkest Secrets к нам пришел. В качестве Ви. Мне кажется, мне пора переставать что-то избирательно качать и качать уже просто все подряд. Бля, я прям в этот залетел. Его удар. Ну здравствуй, говно. Я вообще ожидал пинка от этой твари какого-нибудь лютого сейчас, честно говоря. Приятный. Ой, блин, тихо. Я еще забываю стильные штуки всякие делать. Я ж трикстер. Я могу, там, типа, подтянуться к противнику еще что-нибудь. А, нет! О, нет! Очень много всего пропустил. О. Причем тут на Данте так конкретно заливают, типа, давай, херач по полной программе. Я не знаю, что я все экономлю. Давайте на бой сюда. Это был уже удар. Данте издал какой-то странный звук, как будто он получил урон. Давайте заливать, пока есть возможность. Потому что этот режим, он просто божественный. Демонический, если это точно. Бля, я его чуть не запустил. Было бы неудобно. Бля, сколько я всего пролетел опять мимо-то, твою мать. Так, наверное, там что-то моё, походу. Неплохо сработано, да? Опять неплохо сработано, ладно. Ребят, вам это не понравится, серьезно. Почему не включился? А-а-а, мне нужно отпустить её, я понял. Опустись, пожалуйста, Данте. Да сука ты.
сильнее же этих тварей, они такие, блядь, сражающие с этими своими телепортами. Ай-я. Onward and downward. Oh well, better get to it. Так. А кстати, я... Не, ну да. Я попытался понять, не пропустил ли я, собственно, повышение здоровья прям целковое, по сути, ну, не взяв ту сферу. Но нет, не пропустил. Прям, блин, закидывают нас ништяками. Неужели мы, правда, блядь, на финишной прямой же? Я так не хочу. Овердрайв. Ладно, это забавно. Это не забавно. Так. Стрелок, гвардеец. О, форма демона. ЛТ. Это вот это. Окей, я понял. Вот это я хочу купить. Это круто. Это на РТ. Запомнили? Так, дальше-то куда? А, угу. Понятно. Принято. Понято. Сербер! Мы давно не виделись. Вожак Цербера. Да, было такое. В третьей части. То ли первый, то ли второй босс. На входе в башню стоял. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. Опять он это делает. They were weak, but we will feast on your flesh and gnaw on your bones. Ой, Данте, Данте. So, you're the strongest in the litter.
Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Хорошо. Лидирующая глава обмена сейчас. Красиво. Ладно. Ты сам этого хотел. Что ж, что происходит, блин? О, ни хрена себе. Что такое это было? Нахрен. Я не очень понял, что я сделал. А, нет. Да. Да блять. Да блять. Так. У меня есть Трикстер. Не получилось увернуться. Ладно, сейчас кто-то получит. Почувствовал ярость бури. Это было больно. Так, хорошо. Больно же, твою мать. Ладно, пусть он пока это делает. А, блин. Блять, он меня убил. А, сука. На танты золотые сферы я еще не юзал. Угу. Он опять в огонь пришел, да? Ладно. Ну, плохо. Я что-то очень плохо справился со своей задачей сейчас. Блин. Умри, пожалуйста, а. Неприятная фигня. Собственно, количество золотых сфер не предполагает, что я буду что-то рестартить. Вообще ни разу. Что, наверное, не очень хорошо. Что это? Новое оружие? Старое оружие. Скорее. Да.
Ох, у него еще... Новое оружие. Тот, которого мы встречали, был ледяным. Неплохо. Guess I'm the first one here. I like that. Окей. Ну да, 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 0.9 на А всего лишь. Ну и ладно. Ну и хрен с вами, не очень-то и хотелось. Вожак Церберов. Ага, я понял. Братья, миссия 17. The truth is, I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Miro, I will tell you everything. Ого, круто. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is... Virgil. Мы знаем. Меня, правда, на самом деле сильно смущает. А, что? Меня сильно смущает, ну, как бы, Вергилий, это, блядь, не звучит. Так. Круто. Длинный револьвер. Ни хрена себе, это сильно. Это я даже, наверное, куплю. Что-то еще можно купить. А, тут что-то можно купить для формы демона. Да, вот это хорошая штука. Хватить. Полетели. Так, что мы тут имеем? Юризон около дерева. Ждет, когда насытится плод, видимо. Ууу, яблочко. Virgil. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and... left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Поэтому я погиб. I have no recollection of this tale or this place. It's all an illusion created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no, I will have. Everything. Ох-хо-хо.
Отлично, теперь у нас очень сильный демон в наличии. Ну, если раньше он был. Так, а что это он осыпается? No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. Так. I shall enlighten you, Данте! Так, ну и знаете что? Давайте-ка мы на этом моменте сейчас с вами остановимся. Познакомимся с братишкой поближе в следующей серии. А пока что большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Я по стандарту всему очень рад. Всего хорошего. Пока.